Стремление человека вырваться из неволи определено природой и поэтому вполне объяснимо, даже если он лишен свободы заслуженно, в соответствии с законом. В уголовных кодексах некоторых стран даже отсутствуют статьи за побег из тюрем и колоний. Считается, что это проблемы людей, охраняющих заключенных. Но надежности мест лишения свободы большое значение всегда придавалось и в России. В частности, в крупнейшей ее тюрьме, знаменитых Питерских крестах. Построенная на совесть в конце прошлого века, крепость-тюрьма считалась одной из самых суровых в стране. И в первую очередь, благодаря самой надежной системе охраны. За это время через нее прошли сотни тысяч заключенных. И мысль о том, чтобы покинуть ее досрочно, наверняка посещала большинство из них. Многие и пытались. Но за более чем вековую историю в крестах удалось совершить лишь 5 удачных побегов. Хотя желающих самовольно покинуть ее стены становилось все больше и больше. В один из июньских дней 91 года в следственном изоляторе номер 45/1, он же Кресты, появился новый обитатель. Точнее, 32-летний Юрий Перепелкин оказался здесь не в первый раз. Ранее он был судим за кражи и побег из колонии поселения. Теперь, определенный в камеру номер 945, вор-рецидивист обвинялся в умышленном убийстве. Вернувшись в Питер после последней отсидки к любимому занятию квартирным кражам, Перепелкин в качестве очередной цели выбрал квартиру своего приятеля. Во время кражи он обнаружил неожиданно оказавшуюся дома мать товарища и, недолго думая, задушил обезумевшую от ужаса пожилую женщину бельевой веревкой, после чего стер по обыкновению отпечатки пальцев и, прихватив вещи убитой, спокойно покинул квартиру. Перепелкин был уверен, что улик на него нет, а на знакомого никто не подумает. Но во время предварительного следствия он неожиданно узнает, что на этот раз ошибся. На шее жертвы остались четкие отпечатки его пальцев. Профессиональный вор с ужасом понимает, что в этот раз ему светит вышка. Угрюмый, нелюдимый и внешне скупой на какое-либо проявление эмоций, Перепелкин на самом деле, как никто другой, не мог смириться не только с возможным смертным приговором, но даже с мыслью, что ему придется провести долгие годы за решеткой, если пронесет с вышкой. А как там за решеткой, он очень хорошо знал. Чувствовать себя в тюрьме уверенно можно, только завоевав авторитет у других зэков. Тщедушный и малообщительный Перепелкин вряд ли мог рассчитывать на признание сокамерников. Но по предыдущему опыту он знал, что все может в один миг измениться. Если совершить что-то из ряда вон выходящее и тем самым завоевать этот пресловутый авторитет. Но как? И тут Перепелкину приходит безумная, на первый взгляд, мысль. Во все времена высшей воровской доблестью считался побег. Но только побег настоящий, а не его дешевая имитация. И даже в случае неудачи, но если, конечно, бежавший остается в живых, он сразу получает солидный статус в зэковской иерархии. Перепелкин, уже имевший опыт побега из колонии, психологически был готов к этому. Но кресты – не зона общего режима, и тем более не колония поселения, а одна из самых надежных тюрем в стране. Он знал, что за ее вековую историю было лишь 5 удачных побегов. Надеяться, что шестым будет именно он, было наивно. Но 2-3 года ждать, когда тебя поведут на расстрел – не меньшее безумие. И все это время сидеть у параши и терпеть издевательства более крутых сокамерников, а потом прислушиваться к каждому шагу и скрипу в камере смертников. И Перепелкин начинает всерьез обдумывать план побега. В армии он был сапером. Там и выработал главные профессиональные качества – осторожность, предусмотрительность и отличную зрительную память. Во время ежедневных прогулок он внимательно изучает систему коридоров изолятора,
расположение помещений их корпуса, запоминая все до мельчайших деталей. Намечает возможные пути ухода, выясняет график дежурства охранников и даже их личные качества. Но чем больше Перепелкин изучал обстановку, тем больше понимал, что все это нереально. Слишком много должно будет совпасть обстоятельств, чтобы удалось вырваться отсюда. Но однажды, когда Перепелкина повезли на следственный эксперимент, он сделал удивительное открытие. Выяснилось, что их корпус находился в самом углу тюремной территории и вплотную примыкал к жилому дому, расположенному за территорией тюрьмы. Более того, это был единственный корпус в Крестах, где прогулочные дворики располагались на крыше. А отсюда было рукой подать и до последнего препятствия, отделяющего заключенных от воли, щитов с колючей проволокой. Если колючка была не под током, то преодолеть этот рубеж не проблема. Все это радикально меняло дело и давало единственный реальный шанс на успех. Но в одиночку осуществить замысел было нереально. А предложить кому-либо из 24 обитателей камеры номер 945 составить ему компанию, предусмотрительный сапер не хотел. Велика была вероятность, что выбранный компаньон окажется стукачом и сдаст его тюремной администрации. Нужно было тщательно изучить своих соседей по нарам, чтобы не промахнуться. Во-первых, это должен быть человек, которому, как и самому Перепелкину, нечего было терять. Во-вторых, он должен быть способен безоговорочно подчиниться его воле. На эту роль больше всего подходил Владислав Зеленов, в свои 20 лет имевший целый букет тяжких преступлений, включая убийство, и также шедший по расстрельной статье. Но главным кандидатом в сообщники на побег его делало то, что уже сидя на зоне, он убил авторитета. А по зэковским законам возвращение в колонию означало для Зеленова верную смерть. В конце октября в камере появляется новый постоялец. 25-летний Юрий Шапранов. Как и в этот раз, неоднократно привлекался за разбой. Физически крепкий и волевой, он буквально за несколько дней утвердил среди старожилов свой авторитет и стал непререкаемым лидером в камере. Перепелкин мысленно взял на заметку и его. Но как попытаться зацепить их на мысль о побеге, не говоря уже о том, чтобы всерьез предложить его осуществить? Шли дни. Но Перепелкин еще не решил, как он будет выходить на контакт с сообщниками. Но однажды ночью происходит невероятное. Он случайно слышит, а кроме памяти у вора и сапера должен быть и абсолютный слух, как один из его сокамерников предлагает другому бежать. Сама судьба давала Перепелкину шанс. Но самое фантастическое состояло в том, кто кому предлагал бежать. Инициатором побега был никто иной, как Шапранов. Вторым заговорщиком – Зеленов. Это было настолько поразительно, что Перепелкин даже вначале подумал, что все это дурацкий спектакль, его хотят спровоцировать, а потом сдать тюремной администрации взамен на какие-то поблажки. Но прислушавшись, он понял, что это был не мираж, и те люди, на которых он готов был положиться, действительно собираются бежать. Теперь нужно было действовать решительно, но по-прежнему осторожно. Понимая, что, скорее всего, никто ему участвовать в побеге не предложит, маленький, неказистый молчун вряд ли мог внушить доверие у пораженных рецидивистов, Перепелкин сам придумывает нехитрый спектакль. Однажды, во время очередной раздачи еды, как бы невзначай, но так, чтобы это хорошо слышал Шапранов, Перепелкин эмоционально произносит тираду о том, что жить в этих скотских условиях больше невозможно, и что лучше получить пулю от охранника, чем продолжать гнить в этой общей могиле. Актерского мастерства Перепелкина хватило, чтобы Шапранов поверил в искренность тихого сокамерника. И тот, выбрав момент, осторожно намекает Перепелкину на участие в предстоящем побеге. В ответ Перепелкин предлагает Шапранову уже готовый и выверенный до мелочей план побега, основанный на его главном открытии.
близости прогулочного дворика крыши, находящегося уже на воле жилого дома. Потрясенный Шапранов мгновенно понимает, Перепелкин – это тот, кто им нужен больше всех. Но в тот момент Перепелкин добился и самого важного. Он увидел, что Шапранов проникся к нему уважением, и если он и дальше будет все делать правильно, то скоро заставит всех беспрекословно подчиняться его, Перепелкина, указаниям. Это была первая и вторая победа одновременно. Началась совместная подготовка к побегу. Первым делом нужно было решить, как добыть ключ от двери, ведущей на смотровую вышку. Только оттуда и можно было беспрепятственно выйти к щитам, выводящим на волю. Но для Шапранова как раз это и не составляло проблем. Ключ он намеревался спокойно отобрать у конвоира во время прогулки. Это и будет сигналом к началу побега. Заговорщики начинают тщательно отбирать кандидатов в команду. Главный принцип отбора – это должны быть люди, которые не сдрейфят и пойдут до конца. Шапранов с Перепелкиным отобрали сокамерников с самыми тяжелыми статьями, распределили роли и обязанности каждого во время предстоящей операции. При этом Шапранов оставался руководителем, а реальным мозговым центром стал, разумеется, Перепелкин. На случай, если во время осуществления плана произойдет что-то непредвиденное, был подготовлен второй вариант сценария. Они берут в заложники кого-нибудь из тюремной охраны и, диктуя свои условия руководству изолятора, добиваются беспрепятственного выхода за пределы тюрьмы. Шапранов стал категорически возражать. В отличие от Перепелкина, которому терять было нечего, ему в случае неудачи побега все равно больше пятнашки не светило. Если при обычном побеге охранники вряд ли устроят стрельбу по беглецам в центре большого города, то в случае взятия заложников риск быть убитым очень велик. Но Перепелкину удалось внушить Шапранову, что до заложников у них дело не дойдет. Хотя на всякий случай необходимо подготовиться и к этому варианту. Особая роль в этом случае ложилась на того, кто должен будет непосредственно держать заложника. Перепелкин знал, что это должен быть не имевший опыта убийства заключенный. Гарантией успеха любой акции с захватом заложников может быть только гарантия их безопасности. Отморозок такой гарантии дать не мог. Выбор пал на 20-летнего Никиту Федорова, взятого за квартирные кражи. Он вряд ли мог получить большой срок, и бежать ему смысла не было. Но тонкий психолог Перепелкин смог увидеть в Федорове не только коллегу по ремеслу, но и родственную душу, и внушить ему, что у побега 100% гарантия успеха. Важным этапом стало изготовление подручных средств. Опытный Королев, проведший на зоне половину жизни, смастерил из простыней веревочную лестницу и при помощи хитроумного приспособления, духового ружья, сделанного из газет, определил точное расстояние от прогулочного дворика до последней преграды колючей проволоки, а также то, что она обесточена. В середине января Шапранов и Зеленов наконец сделали из ботиночных супинаторов заточки. А изготовлением муляжей гранат, которые могут решить многие проблемы, бывший сапер Перепелкин занялся, разумеется, собственноручно. Их он должен будет сделать из незаменимого в таких случаях хлебного мякиша непосредственно перед побегом. Но главное, что удалось Перепелкину за это время – все безоговорочно поверили в него и стали слушаться наравне с по-прежнему руководившим подготовкой Шапрановым. В первую очередь Перепелкин добился безукоризненной внутренней дисциплины у каждого посвященного, даже если раньше тот ей не отличался. Однажды он даже подумал, что по образцовому поведению участников побега и их слишком серьезным лицам остальные сокамерники могут что-то заподозрить. Обдумывая по ночам детали предстоящего побега, он почему-то иногда вспоминал, как в школе каждый раз убегал с уроков, как только они начинали ему надоедать. И как однажды убежал даже из детского садика, когда воспитательница заставила его убирать разбросанные по комнате игрушки перед долгожданной прогулкой. Тогда он очень любил ходить на прогулки, ведь вокруг не было ни решеток, ни колючей проволоки. К началу февраля практически все было готово.
и уже можно было назначать день начала операции. Но однажды, сразу после утренней прогулки, в их камеру неожиданно приходят контролеры и производят профилактический шмон. Если заточки постоянно были искусно спрятаны на теле у Шапранова и Зеленова, то только что законченную веревочную лестницу Королев буквально в последнюю секунду успел спрятать у себя под одеждой. Во время обыска камеры он проявил невероятное самообладание, не вызвав подозрений у очень проницательных контролеров. И те ушли ни с чем. Повисшая на волоске операция была спасена. Итак, к побегу все было готово. И группа заговорщиков окончательно сформирована. Перепелкин, Шапранов, Зеленов, Королев, Федоров, Зиновьев, Уткин. Операцию по предложению Перепелкина назначили на воскресенье, 23 февраля. Несмотря на положенное по праздникам усиление охраны, это было оправдано. Именно эффект неожиданности будет главным союзником бегущих. Кроме того, Перепелкин узнал заранее еще одну важную деталь. Однажды он подслушал разговор двух охранников в коридоре, из которого выяснил, что в этот день, 23 февраля, у одной из контролеров, которая должна была дежурить в их корпусе, Валентины Авакумовой, будет день рождения. По мнению Перепелкина, это подсознательно должно будет ослабить бдительность охраны. 23 февраля 92 года следственный изолятор номер 45/1, он же Кресты, жил своей обычной жизнью. В распорядок, отлаженный годами, не могло внести коррективы даже то, что был день советской армии, и многие обитатели чисто мужской тюрьмы по-своему пытались даже его отметить. В 8:00, как всегда, началась утренняя поверка заключенных. В 9:00 – осмотр камер. В 9:10 – дежурные заключенные стали разносить завтрак. В 10:00 – начали выводить покамерно заключенных на прогулку. Согласно разработанному плану, в этот день из камеры номер 945 на прогулку вышли лишь отобранные для побега заключенные. Шапранов за минуту до выхода из камеры объявил, что сегодня по графику гуляют именно эти 7 человек. В 10:30 заговорщики направились в прогулочный двор. По плану Перепелкина последними шли Федоров с заточкой и Уткин с хлебной гранатой, чтобы в случае необходимости нейтрализовать идущего следом контролера с собакой. Но еще на лестнице Перепелкин замечает, что контролер не стал их сопровождать, а остался на втором этаже, где находились служебные помещения. Это было на руку заговорщикам. По плану Королев должен был следить за охранником, дежурящим на вышке, и как только тот отойдет на значительное расстояние, дать сообщникам сигнал к побегу. Им повезло и сейчас. Охранника на вышке не было. Королев дает знак, и едва подойдя к прогулочному дворику, заговорщики нападают на контролера. Перепелкин забирает у него проходной ключ и бросается к двери, ведущей на вышку. Запихнув находящегося без сознания контролера в прогулочный дворик, преступники бегут за Перепелкиным, но в этот момент их замечает охранник с крыши. Теоретически времени опередить его и добраться до последнего барьера должно было хватить. Но замок долго не поддается. Теряются драгоценные секунды. Наконец дверь открывают, путь на волю свободен. Но охранник успевает буквально у них перед носом захлопнуть ведущий на вышку люк и тут же сообщить о побеге в дежурную часть. По изолятору объявляется тревога. Немедленно поднимается спецподразделение, предназначенное на случай экстренных ситуаций, и уже через пару минут его бойцы подбегали к 9-му корпусу. Поняв, что путь к свободе отрезан, Перепелкин дает команду на переход к осуществлению запасного варианта – захвата заложников. В этот момент оставшиеся на втором этаже контролеры Александр Еремский и Валентина Авакумова находились в служебном помещении, так называемой «корпусной». Ворвавшийся туда Федоров действовал строго по перепелкинской инструкции. Подбежав с заточкой к ничего еще не понявшей Авакумовой, он тихо, но отчетливо произнес: «Не шевелиться, это побег. Вы заложница».
Шапранов с Зеленовым в этот момент связывали Иремского. Уткин и Королев, у которых находились муляжи гранат, по новому плану должны были прикрывать вход в корпус. Но в тот момент, когда они выскочили в тюремный двор, им навстречу уже бежали бойцы группы спецподразделений. Заскочив обратно в корпус, Уткин все же попытался остановить спецназовцев. Он выхватил гранату и закричал, что если они сделают еще один шаг, он выдернет чеку. Но увидев, что бойцов это не остановило, Уткин кинулся вслед за остальными. И теперь уже преступники, опередив на мгновение спецназовцев, успели захлопнуть дверь корпусной. После чего сообщили командиру группы о захвате заложников и потребовали связаться с руководством тюрьмы, чтобы выдвинуть свои условия. Поскольку было воскресенье, это тоже было частью замысла Перепелкина, начальника изолятора на месте не было. Пока его и руководство городской милиции вызывали в кресты и, как положено по инструкции, сообщали о чрезвычайном происшествии в Москву, у преступников было время осмотреться в корпусной и продумать тактику поведения. Но главное, сам Перепелкин успел за это время позвонить домой, рассказать матери о случившемся и попросить ее немедленно сообщить о захвате заложников средством массовой информации. Его ход был безупречным. Если репортеров и телевизионщиков впустят в изолятор, то вряд ли кто-либо осмелится в их присутствии на силовые действия. Прибывший вскоре в изолятор начальник управления исполнительно-трудовых учреждений по Санкт-Петербургу и области полковник Александр Кулаков немедленно направился на переговоры с бандитами. Я подошел, когда к этому к окну, то через окно увидел такую картину, что прямо напротив сидит контролер Авакумова, а около нее находится один из захватчиков. И около горла держит заточку. Это и был четко выполнявший инструкции Федоров. Перепелкин сразу обратил внимание на это окно и посадил туда Авакумову с Федоровым, чтобы все видели дрожащую от страха женщину с приставленной к горлу заточкой. А второго заложника, Еремского, Перепелкин решил держать собственноручно. Но Кулакову хватило выдержки спокойно выслушать условия террористов, которые требовали оружия, бронежилеты, автотранспорт для проезда до аэропорта и самолет для вылета за границу. Ну, я сейчас должен посоветоваться, потому что в данной ситуации в отношении машины и этой самой... Да, потому что просто так и не делается, а самолет вообще должен становиться в Москву. Пытался выглядеть спокойным и вступивший в переговоры с Кулаковым Шапранов. Ну, у нас есть два заложника. Так. Здесь находятся люди, у которых меньше 10 лет, просто-напросто, да, 10-19 лет. У некоторых за спиной убийство. Понимаете, нам просто нечего терять. Сидящий в глубине корпусной и невидимый из окна Перепелкин давал указания Шапранову. Главным в тот момент было установление срока выполнения их требований. Ну вот сколько времени тебе надо, как ты считаешь, вот на такой час? Попробую я в течение часа. Сейчас полпервого. Итак, на выполнение всех требований бандиты давали один час. К 13:30 все должно быть выполнено. Время пошло. После получения требований бандитов, во дворе корпуса прямо перед их окнами начинает действовать штаб, куда кроме Кулакова вошли представители руководства изолятора, ГУВД и прокуратуры города. Он должен оперативно принимать решения в зависимости от обстановки. Первое контрпредложение бандитам сразу же сделал начальник крестов полковник Степан Демчук, пообещав им почти невероятное. Разойтись это полюбовно, что не будет там... уголовного преследования, а бойцы, они понесут чисто дисциплинарное взыскание. Но предложение было немедленно отвергнуто. А зря, сколько? Потянулись минуты напряженного ожидания. Положение осложняло и то, что постоянно из Москвы обстановку запрашивало руководство МВД. И каждый раз интересовалось, готов ли штаб начать операцию по освобождению заложников. Но здесь все понимали, что решительные действия можно начинать только в самом крайнем случае, когда жизни заложников начнет угрожать реальная опасность. Кулаков был уверен, шансы на мирный исход есть, и их во что бы то ни стало нужно использовать. Но на крайний случай, случай штурма, подготовительную работу прибывшим в изолятор бойцам ОМОНа необходимо было провести уже сейчас. Но как только начали устанавливать лестницу,
Находящийся в глубине корпусной Перепелкин дает указание Федорову подойти вместе с заложницей Авакумовой к окну и, по-прежнему угрожая ей заточкой, заставить убрать лестницу. Время шло, напряжение возрастало, но преступники продолжали настаивать на своем. Тогда решили пригласить двух известных авторитетов, находящихся в тот момент в крестах. Сосо говорит, Сосо, Эрнст. Прикиньте, что будет потом с остальными. Да, здесь, в Берлине. Прикиньте, вы перекрываете, тут вообще все бывает. А про Петра подумать надо? На смертестер не будем еще встретиться, вот это учтите. К сожалению, это тоже не помогло. Эти осужденные преступники, которые находились в этом помещении и держали заложников, они верно понимали, что просто так им это не обойдется. Кулаков знал, что шансы на благоприятное разрешение ситуации есть не понаслышке. Как правило, после начального куража у террористов наступал период апатии, и чаще всего их быстро удавалось уговорить сдаться. Но в тот момент он еще не знал, что бандиты обнаружили в корпусной спиртное, и для некоторых период апатии уже не наступит. Сейчас все понимали, что нужны неординарные меры. Штаб принимает беспрецедентное решение – привести в изолятор близких родственников преступников в надежде, что они заставят одуматься хотя бы одного из заговорщиков. Пусть такие вопросы решаются. Решение однозначно. Вот сейчас приехали, я не знаю, чья жена одна и вторая. Идите сюда. Вот моя. Где? Ну вот посмотри на свою жену. Смотрите, там она тебя любит. Да я прощаю. Ну не надо прощаться, ты лучше подумай. Отлично будет. Прощаю вам. Вот это отлично, да. Я люблю тебя. Вот это отлично. Прощаю. Я люблю тебя, дура. А ты знаешь, что с мамой так сейчас? Ты да? Еще молодая, у тебя вся жизнь. Ты знаешь, что с мамой? Вот и подумайте сейчас. По злой иронии судьбы, именно Королев был уже достаточно пьян, и переговоры с женой ни к чему не привели. Переговоры со штабом продолжал вести Шапранов. Как всегда, рядом был Зеленов. Александр Романович, мы, я вам с вами лично разговаривал. Да. Я вам высказал свои требования. Вы обещали половину второго их выполнить. Я сказал, что я в отношении самолета мне трудно сказать даже через два. Вы должны предоставить... В отношении оружия я говорю, что я буду решать вопрос. Вы сказали, осталось 20 минут. Да, я знаю. Вы знаете, да, вы уже распорядились. Да, я такую команду дал. Вот и все. Пускай уберут трос. Сейчас должны подвезти. Лестницы. Сейчас должны подвезти. У нас ну там кисуль лежит. Пускай на улице уйдет. Да, прости. Александр Романович, мы ждем 20 минут. Ребята, вам, есть выход из положения. Есть выход из положения. Зачем это вам? Нет выхода. Ждем. Есть выход из положения. Выходите по камерам и все в порядке. Ну спасибо, скажешь потом. Вы дураков ищите, ученые натуре. Это детский сад, что ли? Вы сами понимаете, что в таком состоянии человек может сделать, если он для себя уже решил. Таня, прости. Понимаете? Если он для себя уже решил свою судьбу. Нет. Понимаешь, мне его учить, я слишком молод. Понимаете? Я понял. Юра, подумай о своей молодости. О своей молодости? Нет. Дело в том, просто мне не хочется сейчас. Не наша хочется. Молодость здесь у вас какие-то большие. Сдохнем мы здесь, в тюрьме. Время безжалостно приближалось к роковой отметке. Необходимо было срочно что-то предпринимать. Решили сменить тактику. Понимая, что лидером бандитов является Шапранов, и от его приказов зависит дальнейший ход событий, Кулаков решил сделать на это ставку, сыграв на его самолюбие. Послушай меня, я тебе подсыгажусь. Вот сейчас твоя судьба, судьба тех ребят, которые находятся с тобой, двух заложников, тесно находится в твоих руках. Ты сейчас здесь, да. Ты сейчас, может быть, там самое главное. И тебя послушаются, если только ты примешь правильное решение. Ну да, сейчас. Несмотря на реакцию подельников, Кулаков почувствовал, что эта тактика может принести успех. Если я изменю, я просто говорю, потому что я более способен говорить с вами дипломатическим языком. Если я изменю свое решение, меня убьют. Понимаете?
Кто? Да никто, наверное, кто тебя убил? Пойду. Вот он что ли тебя убил? Пойду. Да у него руки трясутся. Вот этот, который стоит вот с тобой. Пойду. Козел. Они ничего с тобой не сделают, потому что... Они... И когда Кулакову показалось, что с Шапрановым удается начать конструктивный диалог, из Москвы поступает приказ подготовиться к штурму. Я уже убивал человека. Это не очень страшно. Подчиняясь решению руководства МВД, штаб дает распоряжение начать подготовку к операции по освобождению заложников. План был следующим. ОМОН должен был начать штурм корпусной одновременно с двух сторон. Первая группа выбивает запертую бандитами дверь и проникает в помещение. В этот момент вторая группа сосредотачивается на лестничной клетке перед внутренним окном. Одновременно с первым ударом по двери снайпер ликвидирует бандита, удерживающего Авакумову, а остальные устремляются внутрь через окно, с которого заранее приготовленной лебедкой срывается решетка. Параллельно снайперы с крыш, соседних с корпусной зданий, должны были держать под прицелом бандитов в окнах, выходящих во двор. По сигналу о начале штурма они должны были уничтожить тех, кто окажется в зоне видимости. Пока штурмовые группы занимали исходные позиции, Кулаков не терял последней надежды договориться с бандитами. Но очередное заявление Шапранова стало для него полной неожиданностью. Александр Романович, вы здравомыслящий человек. Меня здесь спрашивают, говорят, чтобы я вам сказал то, что если вы не выполните свое обещание через 15 минут, то просто произойдет что-то непредсказуемое. Неожиданностью было не напоминание срока истечения ультиматума, а то, что Шапранов не главарь, и кто-то другой дает ему указания. Александр Романович, поймите одно, что я не решаю здесь ничего. Понимаете? Я не решаю. Здесь решают все. А все уже сделали окончательный выбор. И здесь Кулаков вспомнил об одной особенности в поведении Шапранова, на которую до этого не обратил особого внимания. Все наиболее значительные заявления и декларации он делал после того, как отходил от окна, удаляясь вглубь помещения. Значит, он действительно постоянно советуется с кем-то из сообщников, который остается невидимым. Кулаков еще не сталкивался с подобной тактикой и не мог предположить, что у кого-то из бандитов в этой ситуации окажется столько изобретательности и хладнокровия. Он еще не знал, кто такой Юрий Перепелкин и на что тот способен. В 13.15 Кулакову доложили о готовности ОМОНа к штурму. Но в этот момент произошло непредвиденное. Тюремная жизнь внесла неожиданные коррективы в план операции. Дело в том, что крыши, на которых расположились снайперы, хорошо просматривались из окон камер соседних корпусов. Специальными знаками и откровенными выкриками заключенные предупредили заговорщиков о том, что идет подготовка к штурму. Все понявшие бандиты отреагировали немедленно. Александр Романович, я прошу вас об одном. Если вы не хотите непредсказуемых последствий, чтобы люди в касках и в бронежилетах не подходили вообще к этому зданию. Таня. Он пошел прокурора встречать. В4 в белой каске, уйди за угол. Уйди, козел! Таня, хватай. Какие-то канаты, крюки. Вы сами понимаете, вы не выиграете этим ничем. Но здесь будут трупы. Много, козел. Времени у нас хватит, 2 секунд. Не прольется ничья кровь, если вы выполните наши требования. Не прольется. Я вам это обещаю. И я тоже. После короткого совещания в штабе решили прекратить подготовку к штурму. Но Кулаков понимал, что никоим образом нельзя дать понять преступникам, что они как-то смогли повлиять на ситуацию и предотвратить готовящийся штурм. В 13.26, за 4 минуты до истечения срока ультиматума, во дворе появилась мать Шапранова. Ну, прошу тебя, мальчик, ну, пожалей меня, я тебе... Ну не надо это делать, Малыш. Ну поверь, Малыш, я тебе не верю, чем тебя обвиняют. Не надо, Малыш, а? Прошу тебя. Я адвокат еще, мальчик, ну прошу тебя. А помни, Юра, ты же умница. Юра, ты же обещал, что вам ничего не будет. Юра, ты же умница. Я не имею права сделать шаг назад. Ну не делай.
Это уже все, это конец. Это конец. Да ты все равно не дождешься меня, уходи, я тебе говорю. Уходи, уходи. Мать всегда дождется. Уходи. Не слушай их, они испортили мне всю жизнь. На мгновение всем показалось, что еще немного, и Шапранова удастся сломать. Почувствовал это и сидящий за его спиной Перепелкин, и немедленно среагировал. За минуту до истечения срока, по его указанию, в окне впервые появился Уткин, скрепко зажатый в руке гранатой. Я в натуре вам говорю. Нет, еще раз. Юра, какие же вы со стороны? Шутки? Я всех зарву. Еще раз вам повторяю. Ребята, поняли, успокойтесь. Да? Ну, пожалей своих, что я вам говорю. Поняли, пожалей. Да? Я псих. Надо пожалеть своих. Но... Мальчики, а ребята, помогите мне еще. Прекратите. Ты нормальный парень, будешь всего. Еще жить на свободе. Я вам еще раз говорю. Красивый он, смотри на себя. Все, последний еще раз, всего. Шаг какой-нибудь неправильный. Я всех взрываю. В 13:30 во дворе повисла зловещая тишина. Наступал решающий момент противостояния. Но через минуту в окне появился еще один бандит, Зиновьев. Игорек! Бродяга, прощай! Игорь! Братан, больше не увидимся! Слышь! Держись, братан! По этой тетрализованной сцене прощания Зиновьева с коллегами по изолятору в штабе поняли, что выполнять свои страшные обещания преступники сейчас не будут. В самый решающий момент у них нет четкого плана действий. Эту ситуацию можно было использовать, чтобы перехватить инициативу. Но самое важное, теперь после появления в окне Уткина и Зиновьева в штабе поняли, кто у бандитов лидер. Это тот, кто и не должен в нем появляться вообще. А поскольку досье на всех участников побега давно уже было в штабе, стало ясно, что это Перепелкин. И словно почувствовав, что его стратегический замысел разгадан, Перепелкин заставляет Шапранова вернуться к главному. Александр Романович, я вам сказал, если будет попытка захвата нас здесь, вы рискуете жизнью, понимаете? Женщины и еще одного человека. Я лично... Вот этот нож загоню себе в сердце, понимаете? Поговори с мамой. Вы меня живым здесь уже не возьмете. Но здесь будут еще два трупа. Они будут на вашей совести. Кулаков внимательно наблюдал за Шапрановым и вскоре уже четко заметил, как его позвали из глубины корпусной. Исчезнув на короткое время, он вновь появился в окне. Вы думаете, что они... Короче, мы опомнимся или одумаемся. Да, нет. А почему нет? Александр Романович, не делайте ошибок. Мы же вам сказали, где оружие? Я все в порядке. Все в порядке? Все. Поймите одно, никто не хочет этих жертв. Никто не хочет. Через некоторое время показалось, что преступники несколько успокоились. Мы будем ждать, пока терпит время. В этот момент в очередной раз запросила обстановку Москва и, узнав о временном затишье, приняла окончательное решение – штурмовать. Кулаков понимал, что бесконечно оттягивать выполнение приказа он не сможет, но именно сейчас внезапный штурм может принести успех. Пока он продолжал беседовать с заговорщиками, ОМОНовцы вновь попытались незаметно выйти на исходные позиции. Но ничего незаметного для бандитов сделать было уже невозможно. Вся тюрьма работала на них. Как только первая штурмовая группа направилась к черному ходу, ведущему в корпусную, немедленно последовало предупреждение, и в окне неожиданно появился Перепелкин. Это уже наши проблемы. Бродяга, там менты у вас уже! Мы в курсе. Опа! Но в этот момент что-то произошло внутри. Как выяснится позже, это оставленный на секунду Перепелкиным заложник Еремский попытался подать знак, но был тут же блокирован бандитами. Стало ясно, что внезапного штурма не получится. Но чтобы заглушить выкрики заключенных изолятора про действия ОМОНа вокруг корпуса, во дворе завели двигатель машины. На этот раз Перепелкин послал к окну Зеленова. Сейчас будет убит.
Понимая, что наступает развязка, бандиты попытались использовать последний шанс, подведя к окну контролера Еремского. Держа перед окном Еремского, бандиты, подрезая его заточкой, заставляли повторять их требования. И это уже не было инсценировкой. Ситуация мгновенно стала критической. И после короткого совещания штаб отдает приказ о начале штурма. В 14.12 по выстрелу снайпера во внешнее окно корпусной операция началась. Буквально на первом же шагу ОМОНовцы столкнулись с серьезными проблемами. С первой попытки сорвать решетку с окна, выходящего на внутреннюю лестницу, не удалось. Не легче пришлось и с дверью, ведущей в корпусной. Молниеносного проникновения не получилось. Решетку давай быстрее! Пытались сорвать решетку из внешнего окна, но с тем же успехом. Прошло почти 10 минут, но ни одной из штурмовых групп не удалось проникнуть в корпусную. Весь ужас был в том, что с каждой секундой надежда освободить заложников живыми таяла на глазах. Наконец, внутреннюю решетку удалось сорвать, и ОМОНовцы проникли внутрь. Несмотря на проблемы с проникновением внутрь корпусной, снайпер, который держал на прицеле Федорова, приставленного к заложнице, не промахнулся. И Валентина Авакумова, хоть и в полусознательном состоянии, но живая, вскоре была в руках спасителя. Но второго заложника, Александра Еремского, нашли не сразу. Еремский был тяжело ранен. Судя по всему, бандиты успели нанести ему несколько ударов заточкой, в том числе и в область сердца. Его срочно понесли во двор к машине скорой помощи. Туда немедленно направился и Кулаков. Он еще был жив. Положили вот сюда, в карету скорой помощи. Мы там быстро разобрались. Потом подошли сюда и... Врачи, к сожалению, нам сказали, что контролер Еремский скончался. А в помещении корпусной наконец установилась зловещая тишина. Все бандиты лежали на полу. Троим из них уже помощь не требовалась. Вместе с Федоровым точными выстрелами снайперов были сражены Шапранов и Зеленов. Рядом лежал и Перепелкин. Казалось, что многие тайны случившегося главный вдохновитель кровавой драмы унесет с собой в могилу. Но когда Кулаков появился в корпусной, выяснилось, что он жив. Живой сейчас? Живой. Живой еще. Ну и хорошо. Хотя при этом врачи с удивлением обнаружили торчащую из его сердца заточку. Видимо, в последний момент кто-то из сообщников в отчаянии решил свести счеты с человеком, который подбил их на этот безумный шаг. Вскоре выяснится, это был последний гениальный трюк Юрия Перепелкина в этой истории. После начала штурма, когда исход был ясен, он аккуратно воткнул себе в грудь в область сердца заточку, но так, чтобы она повредила только кожу. Но самое страшное выяснится, когда экспертиза обнаружит на этой заточке следы крови Еремского. За несколько мгновений до того, как она окажется в груди Перепелкина, ей уже будут нанесены смертельные ранения заложнику. Понимая, что его собственная дуэль со смертью проиграна, он решил отомстить человеку, который в течение 3 часов был его единственной надеждой на спасение, но не спас.
Состоявшийся в 95-м году суд приговорил Королева к 15, Зиновьева к 13, Уткина к 6 годам лишения свободы. Перепелкина к высшей мере наказания. Но в отличие от остальных компаньонов Шапранова, Зеленова и Федорова, которым перед побегом гарантировал 100% успех, он жить будет. Если бы Перепелкин не попытался бежать в 92-м, то наверняка был бы расстрелян за предыдущее убийство. А долгое расследование кровавой драмы в Крестах и затянувшийся суд привели к парадоксальному результату. Смертный приговор не успели привести в исполнение из-за объявленного вскоре моратория на смертную казнь. И теперь этот щуплый и по-прежнему малозаметный среди других обитателей отделения смертников человек во время прогулок вспоминает тот февральский день как один яркий миг, сделавший его победителем. А может, внимательно запоминает систему коридоров в новом корпусе и изучает график дежурства новых контролеров.